Понимаешь, в чем прикол? Тут же были мы, если типа долгенькое не берем, на комдива три уголовки сейчас висит, его сажают. И все, а смысл в том, что долгенькое, еще 3 недели назад же доложили, что мы его взяли. А мы вон за него воюем. А, блядь, где эти стратеги ебаные, командование, министры сраные?